На центральной площади звучат песни и стихотворения военных лет, а прохожим вручают георгиевские ленты. Владивосток продолжает готовиться к Дню Победы. Сегодня поздравить горожан с наступающим праздником вышли сотрудницы городской службы ГИБДД. Здравствуйте. Мы сегодня участвуем в Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и хотим вам подарить и поздравить с наступающим Днем Победы. Об этом празднике Победы должны знать даже самые маленькие жители города. А георгиевская лента, которую может повязать себе каждый желающий, напоминание о страшных днях войны. Память о тех, кто погиб, защищая Родину, и дань уважения тем, кто прошел войну. Георгиевская лента уже давно стала одним из символов Дня Победы. Накануне праздника ее будут раздавать в разных точках Владивостока. Получить ее можно совершенно бесплатно. В этом году для жителей города подготовили около 200 лент. Такая акция проводится во Владивостоке уже более 5 лет. В России георгиевская лента – это символ победы. Цвета ленты, черный и оранжевый, означают дым и пламя и являются знаками личной доблести солдата на поле боя. Кроме того, считается, что эти цвета имеют в своей основе житие святого Георгия Победоносца и символизируют собой смерть и воскрешение. Сотрудники отдельного батальона госавтоинспекции города Владивостока не первый год поддерживают акцию «Георгиевская ленточка», тем самым выражая знак безграничной признательности ветеранам Великой Отечественной войны. Также мы стараемся приобщить к культуре и участников дорожного движения. Автомобилисты в такой акции участвуют с удовольствием. Ленты берут и для себя, и для своих близких. У нас 4 человека военных. Остальные тоже хотят. Спасибо большое. Открывайте окна. Все. Здравствуйте. Добрый день. Не хватило? Да. Спасибо большое. Поучаствуйте тоже вместе с нами в георгиевской ленточке всероссийской акции. Спасибо большое. С наступающим праздником. Раздают ленты и в крупных торговых центрах Владивостока. Победный символ везде расходится на ура. Волонтеры из числа студентов раздают гостям и жителям города Владивостока ленты. Каждый может получить ленту, также внести добровольные пожертвования для ветеранов города Владивостока. Собранные средства будут переданы в городской совет ветеранов, где уже комиссионно будут распределены для помощи ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжаются во Владивостоке. Они проходят каждый день почти во всех районах города. Анна Бережная, Василий Косилов. Новости на 8.